По следу я, наверное, не пойду. Так, дядя. Чё тут разлёгся-то? Ага, интересное кино. Ой-ой-ой. Вы чё там ходите-то? Слышь? Нет, сына? Так, прыжок веры. Хоба! Как нехуй. Блять! Что за ёбаный насос? Какого хера? Блять, я поднимался тут полтора часа. Вы меня опять вниз кидаете. Ладно, хоть тут подняться есть куда. То хорошо, на этом спасибо. Так, ничего там больше нету, нету вроде. Не надо больше так, пожалуйста. Нет. Вгоняет в депрессию. Так, это скрою. Заебись. Что, второй раз меня прокинешь? Я так понял, этот дух только можно на камеру заметить. Так, мультики. Выдержка из дневника Шерли Пирс, пациентки лечебницы Маунт Мэйси с 1952 по 64 года. Как я могу забыть, откуда взялись эти порезы? Они так болят, даже теперь много дней спустя. Доктор Ньюхаус сказал, что я виновата сама, поскольку подсознательно сопротивляюсь гипнотерапии. Но я так хочу скорее поправиться. Не знаю, как я могла сделать такое с собой. Доктор Ньюхаус говорит, что это просто иная форма моей постельной истерии. Бедный Брюс, я заставила его так страдать. Я осторожно попыталась спросить у миссис Джексон, не было ли у нее с мужем подобных трудностей. Но она не выносит подобных разговоров. Ее муж тоже нашел утешение с женщиной помоложе. Я знаю, что доктора желают нам только добра, а благодаря помощи людей из правительства, которые присоединились к персоналу, я вообще нахожусь в самых лучших руках. Мне нужно просто принять таблетки и лечь спать, с надеждой, что сегодня сны окажутся приятнее. Да. Надежда умирает последней. Мне все же интересно, где же тут женщины-то? Куда они делись? Понимаю, они тут все же были. А-а-а-а! Нахуй! Я сюда схожу лучше. Где закрыта дверь? Посижу так. Подожду чего-нибудь приятного. Кто-то там полетел-то, ёпта. Я за тобой не пойду. За ней. Спасибо за батарейку, наверное. Чуть не нравится вот этот мне цвет. Я тут явно упаду, по-моему, нет? Пойду лучше туда проверю. Куда он там полетел-то, блядь? Лай, ложь. Знакомый почерк. Отец Мартин убил здесь кого-то. Ложь, о которой он твердит. Досье, пропавшие из этих ящиков, записи, факты. Они похожи на материалы правительственного агентства. 30-летней давности или старше. Вспоминается МК Ультра, ЦРУ. Назойливое жужжание не исчезает. Чё тут делать-то? Батя что-то совсем крыши поехал, походу. Ну, знак сюда показывает.
Так, стоп. А, это просто... Я понял, обход был. Такая тут неёмность. Ну-ка. Нет. Странно, а что она так помечена? Ладно. Да ёб твою насрал. Алло. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не сюда. Я дверью ошибся, извините. Ну, знаете, бывает так. Иногда. Надеюсь, тут-то меня не заметят. Блять, вот он. На Влада Влакаса похож. Так, один наверняка туда пошел, второй сюда. Кульбасу. Дверя открывать они умеют. То у ребят не отнять. Так. Тут мне куда? Сюда, я понял. Извиняюсь за такие просадки FPS-а. Не знаю, с чем они связаны. Скорее всего, с тем, что у меня видеокарта говно. Но это мне не мешает снимать говноконтент. Блять, камеру-ка. Ай, блять. Пиздец. Так, ладно. И мне, походу, тоже, да? Точно. Нет, не точно. Камеру поверните. И мне идти в темноте, да? Точно. Просто, блядь, супер. Ну, а тогда спиночку как-нибудь пойду. Или как? Нет? Ладно. Что тут? Ничего? Блядь. Как мне в темноте-то видеть теперь? Сукины вы дети. Интересно, ребята. Ничего не скажешь. Вот батарейка. Блять. Чё ты ссышься-то? Ай. Ведь она ещё упала-то на два пролета вниз. Я ебу, Али-Бабу. Главное теперь, чтоб меня тут не пидорнули нигде. О, помолив. Мне нужна гель. А, ага, тут можно вниз. Чупок. Чупок. Больше ничего тут нету. Ой-ой-ой. Ты шо? Да иди ты нахуй. Ах, блять. Сколько можно? Сукины дети. Доколе это будет продолжаться? Ах. Так, тут, наверное, где-то моя камера должна быть, да? Нет.
На всякий случай закрою. От греха подальше. Блять, ненавижу скримеры. Опа. Что там? Это камера? Это камера! Как ее взять-то? Оп, изи. Теперь попасть осталось на третий этаж. Блять, ой-ой, ой-ой. Я понял вас. Так, 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 беги, беги, беги. Оп. Блять, батарейка. Все. Блять, они бегут. Где-то туалеты тут были, да? Ванна, туалет. Оп. Оп. Что-то изи. Что-то у меня подглючивают эти охи-вздохи, я часто пугаюсь их. Ладно, дальше-то куда нам? Как нам обратно попасть? Вроде правильная дорога его. Не знаю, тут как забраться туда теперь. А, да? Найдите отца Мартина в административном блоке. Странно, что я тут в темноте не ёбнулся. Так, там мы были. Батя Мартин. Ой-ой-ой-ой. Я понял вас. Паркур. Блять! Ну что это? Как только я не умею. Я понял, что был неправ, спасибо. Оп, паркур. Оба. Все нормально. Один? Ты о чем? Бать-то циклоп. How do you know you're not a patient? Не знаю. Я такими вопросами не задавался. Если вдруг-то я реально пациентом окажусь. Каким-нибудь сбежавшим. Батя, встречай меня. Ой, блядь. Да ну нахуй. Опять ты кусок сала-то, а? Что ж ты доебался-то до меня, а? Блядь, и сюда еще идешь. Пиздец. Совсем охуел. Давай, ломись. Ага, я понял. Оп! Блять, куда тут спрятаться-то? Там, походу, это открыто было.
Ладно, я уже не успею, походу. Да как ты меня видишь-то, ёптвою, насрал? Красавец. Пиздец ты наблюдательный, а? Ай. Вечно я все через жопу делаю. Надо было сразу вылезать. Блять, опять туда зашел, сука. Ладно. Подождем мою маму. Давай уже ломись. Ну чё ты такой долгий-то? Оп. Так, вот так вот. И вот так вот теперь. Ой. Там нам кто-то мешает. Вылезти наружу. Тут у нас ничего. Все нормально. Давайте помогу слегка. Так, что-то не хочу пока вылезать сюда. Глянем, что там слева. Я хуй, если она сейчас обвалится ему на голову. Документ. Ты ж сюда не полезешь, да? Не полезешь. Ладно, хули ждать-то. Взяли и съебали. Так. Вот, бла-бла-бла, кому, бла-бла-бла, тема пациент Уильям Хоуп. Синди, приветик. Еще одна интересная беседа с Билли сегодня утром. Он утверждал, что снова беседовал с доктором Вернике о своем лечении в некоем белом свете. Меня беспокоит, что его бред становится только хуже с препаратом, что не указано в литературе по бензодиазепину. В любом случае, его мертвый друг-доктор продолжает засорять ему голову немецким фольклором. Так, единственное, что может убить Валеридера, это бабочки-вампиры, извергнутые демоном по имени Харерца. Бабочки высасывают дыхание из человеческих губ и пьют кровь из сосков. Они могут принимать также форму прямоходящей чахлой свиньи или больной собаки. Вот с чем Билли приходится иметь дело. Да, пиздец, конечно. Помнишь, ты говорила, что раньше Билли упоминал татуировки своей матери? Не было ли случайно среди них бабочек? В следующий раз, как окажусь за пределами защитной системы мерков, хочу посмотреть в сети, есть ли у всего этого настоящие корни в немецком фольклоре, или же Билли просто напридумывал весь этот мусор. Хорошо бы сравнить наши записи, не помешало бы сделать это за бокалом вина. Как-то одиноко на этом втором этаже, Курт. Второе упоминание о присоске. Нравится эта игра. Просто 10 из 10 на кончиках пальцев. Надеюсь, Билли не будет ломать ту дверь, куда я сейчас выпрыгну. Она вроде там перекрыта была. Или нет? Хуй пойми. Опа. Да, там какая-то непонятная дверюга. Так, а тут у нас что? Не, он походу сюда опять придет.
Так, перевод с немецкого. 1938. Рейхслейтер, Лоннер и доктор Роге. У меня срочные новости, касающиеся работы доктора Рудольфа Вернике в области морфогенетического кондиционирования, раскрывающие теории, развитые им в коротком, но неудачном сотрудничестве с Тьюрингом. Если бы я сам не был тому свидетелем, я бы не поверил, что такое возможно. Но даже оставляя в стороне клеточную регенерацию и направленный канцерогенез, я полагаю, что метод Вернике является прорывом в царстве духа. Царство духа. Нечто переправилось к нам с другой стороны. Я лично наблюдал появление призрака. Оно было недолгим, но совершенно отчетливым. Пожалуйста, передайте мою заметку и приглашение пронаблюдать дальнейшие эксперименты Дитриху Экарту. Не сомневаюсь, что самого фюрера следует поставить в известность о наших открытиях. По моему убеждению, успехи доктора Вернике открывают широчайшие возможности для осуществления нашей задачи и для всего народа Германии, и являются убедительной причиной, чтобы его никоим образом не коснулась никакая программа выборковки, наверное. Поклон вашим близким. Подпись неразборчива. Ах ты ж жопа фашистская. Бель тут явно поработал на славу. Опа. I'm supposed to tell you, the key to the house of God is in the theater, behind the light, in the theater, behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card. Okay? Friends! Children! I need your help! Where are you? Yes, coming! I'm coming! Шо? В каком театре? Мы за каким светом? Recreation Hall. Наверное, есть театр, да? Или чё? Оп. Рекреационный зал. Так, ну нам тут... пока что. Нам тут больше некуда идти-то, в принципе. Ладно. На что ты дышишь-то так? Вверх лестницу. Пройдем, к сожалению. Ладно, по лестнице вверх. Боже мой, переведи дыхание, ты уже. Все? Отлично. Ой, не нравятся мне вот эти вот переходы, я уже говорил. Ничего хорошего они не суперят. Эти штуки тоже. В смысле, ящики, где прятаться? Красиво играешь, братишка. Ух, опять ты не умеешь, наверное. Не понял. Вот так и понял. Ты меня тут будешь преследовать, да? Ясненько. Куда ты делся-то? Так, карточка за светом. За светом, наверное, вот там вот. Я так понимаю. За проектором, в смысле. Чё, ребята, интересный фильм? Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance.
Flight Sierra Alpha, subject Dr. Rudolph Wernicke, 14866. The films are real. There was no alteration to the footage at all? No trickery? None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors? Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage, and English words are insufficient. More than hope. A human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed... a proximity to death. To overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? Все, что ли? Так, последнее интервью Вернике. Голос словно принадлежит анемичному брату доктора Стрэнджлава. Аудиозаписи 25 лет, а на пленке интервью с доктором Вернике. Речь идет о Лос-Саламосе, что подразумевает правительственный проект. Вернике говорит о спонтанных кровотечениях, опухолях, психосоматических реакциях душевнобольных. Ходит по грани, что отделяет науку от нацистского мистицизма. Только пациенты, пережившие достаточно ужаса, отказались способны активировать кондиционирование. Морфогенетическое кондиционирование. Вот фильм, который Аня крутит. Это поселилось у меня в голове, как навязчивая мелодия. Я моргаю и вижу тест Роршиха. Пятна похожи на роющихся насекомых и воспаленные раны. Пациенты верят, что их кондиционирование позволяет заклинать Валикдера. Я слышу это жужжание в собственных костях. О, бля. Походу, мы обречены. Я так понимаю. Господи, что им тут крутили-то? Русский кинематограф? Зеленого слоника, наверное. Хотя нет, слоник хороший фильм. Не верьте. Наверняка что-нибудь с Мартиросяна. Текс. Как нам наверх-то попасть? Ой. You have to find Wernicke. Only way. Как я его найду, если он мертв-то? Сами же сказали. Так, тема. Плотоядная инфекция. Руки не мешало бы быть почаще. Так, написал некротический фасцит. Серьезно? Нафиг, я ухожу. Что за бред? Некротический фасцит. Я, конечно, не медик. Но, по-моему, это что-то вредное. Так, давайте только без скримеров, пожалуйста. Мне это настоебало уже. Да ёбаный ты! Ой, блядь. Спасибо. Мудила. Я очень тебе признателен. Пиздуй.
хуй ловит. Вспомнишь говно, вот и оно. Управляйтесь часовыми. Хорошо.